фонду «Память гор» для участников специальной военной операции была передана часть помещения в Общество инвалидов города Каспийска. Согласно постановлению администрации Каспийска номер 1211 от 9 августа 2024 года, в соответствии с Гражданским кодексом России и Федерального закона номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления, положением о порядке управления и расположением имущества поручено предоставить региональной общественной организации «Память гор» безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев нежилое помещение общей площадью 14,58 квадратных метров. А Дагестанская региональная организация Всероссийского общества инвалидов безвозмездное использование на аналогичный срок нежилые помещения общей площадью 98,38 квадратных метров. При передаче возникла спорная ситуация между сотрудниками муниципального контроля администрации города и руководителем Всероссийского общества инвалидов Патимат Гетинамагомедовой. Она, в свою очередь, отказывалась передавать часть помещения фонду под предлогом того, что в организации активно реализуются различные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако при инспектировании должностными лицами было выявлено нецелевое использование помещения. Напомню, что в 2022 году при обсуждении и планировании капитального ремонта было заверено о проводимой работе. Это помещение сейчас будет переделываться под общество инвалидов, чтобы здесь можно было, во-первых, председатель здесь общества инвалидов, чтобы здесь находилось, потом здесь же, чтобы мог принимать, у нас есть помощник главы администрации Арсен Базаев по вопросам, которые возникают у лиц с ограниченными возможностями. Более того, здесь сделать перепланировку и создать рабочие места, чтобы могли сюда прийти и получить, освоить какие-то новые профессии, получить дополнительный заработок. По происшествии 2 лет было выявлено, что из всех обязательств Патимат Гетинамагомедова организовала лишь массажный кабинет для инвалидов, а остальное помещение пустует. И мною действительно было с самого начала обещано ребятам, да, создавать там рабочие места. И я находил себе, кто будет там заниматься швей и ремонт мелкобытовой техники. И ребята, у меня все было готово. И это все у нас остановилось по причине Патимат, которую она хочет там делать то, что она хочет. И вот на сегодняшний день что-то внутри творится, это никто не знает. Я не знаю, действительно, я хочу, чтобы это вообще это общество инвалидов вернулось к инвалидам города Каспийска. И чтобы туда ходили инвалиды, чтобы мы отмечали всякие праздники, какие-то мероприятия. Они бегали по кустам и отмечают праздники по всему городу. В связи с этим было принято решение передать один кабинет фонду «Память гор» для участников СВО, который открыт по инициативе главы региона Сергея Меликова. Отметим, что в данную организацию будут обращаться военнослужащие спецоперации, в частности, инвалиды, которые смогут получить также квалифицированную помощь и Всероссийском обществе инвалидов.